понедельник в Самарской области пасмурно и дождливо. Температура днем плюс 15, ночью плюс 10. Ветер северный 2,5 метров в секунду. В Сызрани днем дождь плюс 14, к вечеру плюс 10. Ветер северо-западный 2,3 метра в секунду. В Тольятти дождь, днем плюс 13, плюс 10 ночью. Ветер северный 5 метров в секунду. В Самаре пасмурно, небольшой дождь, плюс 14, к вечеру плюс 9, ветер северный 2,5 метра в секунду, атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 70%, магнитное поле слабо возмущенное. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.